Вас приветствует супермаркет Семян. Перед вами упаковка с томатом Allegro от голландской компании Семенис. Я хочу вам рассказать, какие данные на этой упаковке. Обязательно присутствует название компании, гибрида, культуры, семена, которые упакованы в данную упаковку, количество семян и обработаны семена тирамом или нет. В нашем случае семена обработаны тирамом. Будьте аккуратны при использовании. Также фотография гибрида. На обратной стороне адрес производителя, номер партии. Опять же у нас идет название гибрида и культуры, количество семян в данной упаковке. И самое интересное, то, что вы всегда ищете, это дата упаковки и дата использовать до. Аккуратно, семена обработаны тирамом, будьте внимательны при использовании. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.